Всем привет! Я вас приветствую на моем канале Бегак ТВ. Кто еще не знает, что такое беголет, я скажу. Это транспортное средство нового поколения, индивидуальный аппарат для перемещения по воде, по воздуху и по земле. Присоединяйтесь, подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Начинаю выкладывать влоги, как мы делаем. Сейчас мы занимаемся разработкой беголета Greenfline. Мы хотим его сделать удобным, адаптивным, чтобы можно было поездить по городу, полетать. Он будет полностью экологически чистый на электродвигателе. Это беголет. На инопланетянина похож. Итак, мы сейчас в историческом моменте. Будем примерять эту деталь аппарата. Олег, помоги. Так. О, четко. Подошла идеально. Это у нас вот такой обтекатель. Здесь двигатель, один, второй. А здесь у нас будут габариты. Так что новый дизайн. Вот так вот. Смотрите дальше, буду рассказывать. Немного о проекте. Я, как видите, продолжаю со своими коллегами и друзьями, энтузиастами, в том числе специалистами, доделаю панель. И вторая часть, это уже будет экран ЖК вместе с GPS-ом. У нас, по большому счету, осталась только панелька. Зеркала. Сейчас я продолжаю делать беголет. Пока никого нету, я сделал вот такую панель. Это сторона для скорости, спидометр. А здесь будет GPS-навигация и камера заднего вида. Здесь выключатели. Ну, пока выглядит вот так вот. Но я думаю, что получится интереснейший, красивейший аппарат. Поэтому давайте, поддерживайте, лайкайте, наверное, перепостите. Нам нужна поддержка. Мы хотим, чтобы вы знали о том, что мы делаем. Стас. Хотя, наверное, это не Стас. Это все-таки маг электричества и повелитель дронов. Вот такой он у нас. Посмотрите, что он сделал. У нас работа кипит, ребята. Работает он, Стас за моей спиной собирает беголет. Сейчас посмотрим, что у нас там с Олегом. Олег тоже должен уже быть близок к изготовлению матриц. Потому что мастер формы уже готовы. Вот приблизительно вот так будет выглядеть за обтекатель двигателей на Greenfline. Добавятся какие-то лампочки, естественно. Остается сделать матрицы. Я чуть попозже там покажу, а может быть нет. Вот. А вот он, Олег. Он готовится к изготовлению матриц. Скоро будет готов. Выполировываю, сейчас выполирую все. Начну уже скрывать биркоутом, крайний слой. Ну да. Вот так мы разделили, то есть куклу. И получится вот эта одна матрица, вот эта другая. Так, готовить биркоут матричный. Гель-код наносится у нас кистью. Но матричные гель-коды обычно всегда кистью, небольшие модели наносят. Таким образом. Задача гель-код растянуть определенным слоем, чтобы создать идеальную поверхность. Именно гель-код создает поверхность, которая является копией
идеальной копии для нескольких микрон поверхности куклы мастер форму, так называемый. Вот он сейчас на мастер форму это все наносит. Помните, я вам показывал, как они были сделаны? А, вот видно. Половина красная, половина зеленая. Красная, зеленая. Так вот, вот это зеленое, если вы видите, да, это и есть матрица. А вот эта красная часть, это мастер-кукла, по ней делается матрица. В результате вот это все безобразие станет идеальным, тоненьким и с очень прочным изделием. А это задняя часть. Так что, наблюдаем. Олег у нас повелитель химических элементов. Он заканчивает делать матрицу. У него позывной Фокс. На связи. Вот. Без маски он делает специально на камеру. Так он одевает маску и очки. Ну, я здесь пристроюсь, как будто я тоже участвовал в этом. В принципе, все нормально. Следите, я сейчас буду устанавливать крылья на колеса. Сегодня мы занимаемся уже окончательной сборкой передка. Установлены вот такие пыльники. Сейчас буду дальше подгонять колеса. Вот, в принципе, работа идет. Близится к завершению наконец-таки. Цель сделать хороший, замечательный российский продукт, на котором мы сможем проехать по местам боевой славы. Мы помним, что День Победы – сильнейший, важнейший праздник в Российской Федерации. И, конечно же, 75 лет Победы – это очень крутая дата. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, репостите и следите за новостями. Нам ваша поддержка очень важна. Мы хотим сделать новый аппарат, новый беголет. А кто будет лучшим, обязательно на нем прокатится. Спасибо. До связи. Как тебе, Тедди, давать интервью? Как вам нравится новый беголет? Ах, вот так нравится. Такой красивый у нас. Ну, молодец. А вон он и беголет. Опа. Как-то так. Сижу, пытаюсь монтировать. Не знаю, что вам показать, что будет интересно. Тут рассказывают все, что все тусуются, кайфуют. Ну, они, видимо, не видели, кто болеет. Здравствуйте, Тедди. Ограничен коронавирус, людей нет. Своими руками делаем все. Со мной только те ребята, которые согласились здесь пожить и помочь делать, ну и дети мои.
Поэтому давайте, не забывайте подписаться на канал, поставить лайки, общаться, потому что это единственный теперь способ общения у нас вообще теперь, который есть. Я не знаю, какая будет страна, какой мир будет после карантина, но я точно уверен, что моя техника нужна будет людям. Или такая, как мы делаем.